Я почистила креветочки для Ити. Они не вареные, ну, в смысле, вот эти мелкие креветки, которые продаются, они уже вареные продаются. Но я их просто разморозила, и вот они. Тоже можно. Там полезный хитин. То есть, опять же, без фанатизма, периодически, если животное хочет их есть. Ты ее что, целиком? Ить. Ну, она очень голодная, видимо. Отлично просто. Еще будешь? Есть еще. Иди забирай. А потом будут розовенькие какашечки после них. Да? В принципе, это имитация большого жука такого. Ракообразные. Ну, некоторые совы вполне себе ловят всяких там раков, если получится. Вот. Правда, они, конечно, не вареные. То есть хорошо вообще найти каких-нибудь зеленых вот этих невареных креветок. И давать, естественно, вычищая из них какашки на всякий случай. Но у нас таких нету. Поэтому вот так вот. Ты же лопнешь, совушка. У меня есть еще одна большая. Она точно в тебя не войдет. Дать? Ить, дать? Весь вот этот хитин, который, то есть панцири креветочные, я их специально не стала снимать, они потом выйдут вместе с погадкой обратно. Вообще, это очень ленивая сплюшка, и просто их чистить лень, поэтому она их целиком заглатывает. У меня уже целая серия видюшек про то, что и как ест ыть. Так, у меня там елка что-то творит, я пойду ее снимать. Я пока ходила смотреть елку, она вот все старается. Уже решила не глотать. Нет, решила ыть не надо. Но у нее не получается, в общем. А елка, пока я ухожу, там хулиганит, я прихожу, она вообще ничего не стоит, говорит, это не я, это все Мурлок и невыносимая сова. Креветочек захотелось. Нет, креветки это не постоянный рацион, то есть нельзя кормить одними креветками. Я их даю примерно вот. Я их даю вообще вот сколько она у меня живет, второй раз всего лишь. Нет, нет, сова. Нет, не получится. Я, конечно, не сплюшка. А зачем ты ешь вот это? Это глупо. Это можно выкидывать, но как хочешь. Глупая сова решила заглотить креветку поперек. А если застрянет? Слушай, я тебя недооцениваю, по-моему, да? Да, недооцениваю. Круто. Ты как та лягушечка, которая поперек гусеницу заглатывает. Ну и как ты себя после этого ощущаешь? У меня там еще есть килограмм хурмы. Нет, это пальцы. Ты их не заглотишь. Ну все, ладно.